Несколько часов кошмара пережили жители Кратова на минувших выходных. 50-летний местный житель Игорь Зенков устроил массовый расстрел прохожих из окна своего дома. Погибли 4 человека. Вооруженный огнестрельным оружием и самодельными гранатами, мужчина оказал сопротивление силовикам, после чего скрылся в лесополосе. Спецоперация продолжалась около 7 часов ночи. Стрелок был ликвидирован силами МВД и Росгвардии. Когда к месту ЧП прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, преступника блокировали. На протяжении нескольких часов мужчина отстреливался и бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, в результате которых пострадали 4 спецназовца. Во время перестрелки загорелась крыша дома, где находился мужчина. Спустя час все строение сгорело. После полуночи стрелка удалось ликвидировать. Возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям. Незаконный оборот оружия, убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что причиной такого поведения стрелка мог стать конфликт с соседями. По решению руководства Главного управления МВД России по Московской области, сотрудники, принимавшие участие в спецоперации, будут представлены к ведомственным наградам за высокий профессионализм и слаженность действий. Анна Троян, телеканал ЛРТ.